Юрта, где? У вас мне надо было приехать с командировки домой и посмотреть телевизор, что у вас неделю нет, трансформатор не работает, Ингушэнерго. Что происходит? Вы хорошо устроились? Как? Ну, в тот же день поставили, когда я приехал, неделю показали по телевизору, после этого вы поставили трансформатор. Вы что вы делаете? Вот правительство у нас, целое правительство с огромным зданием тоже. Вот они ничего не знают. Это надо мне приехать с Москвы, увидеть по телевизору то, что там света где-то нет, что люди плачут, говорят, что им холодильники открывают по телевизору. Вы что? Вы на кого работаете? Вы на чей авторитет? На свой, на чей? На мой, на республику? На чей авторитет вы работаете? Неделю нет. А вы что, так заняты?